Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее прохождение новой и крутой карты про хирурга в Майнкрафте. Кто помнит, я совсем недавно снимал карту про то, как мы делали операции различным персонажам. Это такая же карта, только совсем другая и только намного интересней. Поэтому, ребята, я надеюсь, что она вам понравится. 2500 лайков, выходит новая серия, как обычно, никогда не забываем об этом. И также я буду рад, если вы подпишетесь на мой канал. Потратьте 2 секунды, ребята, за это я скажу вам всем большое спасибо. И больше мы не тянем, потому что именно для вас я буду стараться делать приветствие 20 секунд, ребята, чтобы мы не тянули по полчаса приветствий, потому что никто этого не любит, ребята. Согласитесь, то, что никто этого не любит, и специально для вас я буду делать его как можно короче. И как нам сейчас начать, ребята? Как нам сейчас начать? Знаете, у меня для вас есть новость. У меня опять начинает расти борода, потому что, как я заметил, много недовольных людей, то, что я побрился. Эдисон, где борода? Эдисон, ты сбрил усы? Эдисон, ты похож на школьника? Мама мия капучино, офигеть, Эдисон, где твоя борода? Поэтому, ребята, пишите хэштег «Верни бороду», и борода вернется намного быстрее, чем это реально в реальной жизни, потому что она все же растет с вашей поддержкой, она вырастет намного быстрее. Ну ладно, ребята, знаете что, давайте будем приступать. Мастер Саджин, то есть карта мастер-хирург. Мы будем, ребята, сейчас пытаться стать самым лучшим хирургом во всем мире, потому что это нереально круто. Это нереально круто. Это все, что присутствует в этой карте. Печень, легкие, скальпель, бла-бла-бла, всякие тут, всякие препараты, шмипараты и многое другое. Но никому это, конечно, не интересно. Кто любит текст? Никто не любит читать. Поэтому, ребята, мы будем приступать. И это у нас Стив. Пораненный Стив. О, это ты? Да, это я. А ты новый хирург? Ну, да, новичок, можно и так сказать. А я тебя проведу через процедуру, то есть я буду тебя обучать. Давай начнем. Давай. Это Стим. Стим. Да, Стим нафиг. Стив, и я уверен, то, что ты его знаешь. К сожалению, он упал с велосипеда и немного повредил себе конечности, поэтому сегодня ты будешь его хирургом и будешь его латать. Тебе нужно найти, точнее, тебе нужно остановить кровь и также использовать какие-то медицинские препараты на нездоровую кожу. Ты можешь остановить кровотечение, кинув аптечку на его порезанную кожу, да, и пластырь. И, в принципе, ты можешь кликнуть, ну, медицинским препаратом правой кнопкой, чтобы залечить его кожу. Ну, ладно, Стив, давайте выдадим себе препараты. Как видите, действительно, у нас есть медицинский препарат и также 4 пластыря. Ну что, Стив, упал ты? Да, упал ты с велосипеда. Мама не учила нормально кататься, поэтому в первую очередь, ребята, мы ему кидаем пластырь и заклеиваем ему рану. Потом, как видите, мы ему вылечили нездоровую кожу. Ой, не туда пластырь, вернись ты, наверное, дорогой. Потом кидаем сюда, и как видите, ребята, опа, кидаем сюда, и Стив, да, хорошая работа, хирург. Да, Стив, мы тебя спасли. А готов к следующей части? В принципе, да, готов. Вот твой скальпель. Найди... Это что за хрень? Найди поломанные кости или какие-то органы. Люди, вы здоровы? Стив с велосипеда упал, ему просто нужно кровотечение остановить. А не, он нахрен нашел какой-то ядерный реактор на Чернобыле, и сейчас ему нужно все тело разрезать, чтобы вытянуть вот эту заразу наружу. Чувак с велосипеда упал, а они хотят, чтобы я ему внутрь его тело залазил. Бред какой-то. Ну ладно, не я создавал эту карту. Поэтому, как я понял, да, нам нужно вот это ломать, потому что это ребро у него было повреждено. И, в принципе, нам сейчас сюда нужно падать. Ох ты ж, ни хрена себе. Это только туториал. А в будущем уровне будут иметь лимит времени. Нифига себе. Найди и сломай все бактерии и также органы, которые повреждены. Тебе нужно их найти. То есть органы уже заражены и также находятся под каким-то психическим уроном. И тебе нужно их найти и обезвредить. Вот. Найди и выломай, поломай все бактерии и также поврежденные кости, да, охренеть, я внутри Стива. Пацан с велосипеда, несчастный пацан с велосипеда попал
не попал, а упал и попал к какому-то нахрен, не знаю, парагвайскому хирургу, который первый раз в своей жизни решил сделать какую-то операцию. И вместо того, чтобы заклеить ему пластырем ту рану, он решил внутрь бедного Стива пробраться и сломать все, что только тут можно. А как я понял, это бактерия, да? Да, это бактерия. Поэтому нам нужно... я могу тут перепрыгнуть, да. Нам нужно ломать вот эти бактерии. Офигеть, ну карта нереально крутая. Это симулятор хирурга, вторая версия, да? То есть есть первая часть, это вторая часть, точнее, это новая карта. Я надеюсь, что она реально будет крутая, потому что она мне уже нравится, ребята. Это мы ломаем, больше тут ничего нету, и это его сердце. Нам нужно ломать его сердце. Без сердца вряд ли Стив выздоровеет после падения с велосипеда, но все же. Да, хорошая работа, хирург, ты сделал это, замечательно просто. Помести все органы и бактерии снизу, сюда. Прекрасная работа, сейчас ты можешь начать настоящую хирургию. Да, ребята, мы прошли обучение, и я не знаю, как вам, но оно мне вот так понравилось, что я даже хлопаю, потому что карта реально офигенная, ребята. Ссылочка на карту уже есть в описании, заходите, скачивайте. Знаете что, я никогда не прошу у подписчиков лайки. Допустим, набираем 3000 лайков, я выкладываю ссылку на эту карту, заходите, скачивайте. Нет, ребята, карта находится в описании с самого начала, после того, как вышло видео. Заходите, ребята, и скачивайте. А мы будем продолжать. Первый уровень, который называется «Проблемы с желудком». Да, мы получили 2 медицинских препарата и также 3 пластыря. Первый мы используем вот сюда и пластырь кидаем вот сюда. Это кто? Девушка или... Это пацан. Это, походу, брат Стива, да? Стив в порядке? Извини, там я ему пару костей поломал, там ребра вырезал и сердце случайно удалил, но я надеюсь, что он уже выздоровел, да? Уже опять катается на своем велосипеде, только в этот раз поаккуратнее, пускай катается. Кидаем мы сюда и еще один порез, да? У него есть еще один где-то порез, может, на ухе нафиг? О, вот, на шее порезался наш чувачок. Да, хорошая работа, давайте. Не успела сказать, давайте убежим отсюда, а то опять у него сейчас ведь живот проломится. Найди и удали, как обычно, бактерии и также сломанные кости. О, вот тут. Вот тут, и, в принципе, я больше ничего не вижу. Да, больше ничего. Ничего я не вижу, поэтому, ребята, падаем сюда. Бум! 60 секунд! На 60 секунд, чтобы это все дойти и это все сломать. Так, 60 секунд. Да, автор этой карты не врал. У нас действительно сейчас будет лимит времени. Лимит времени — это не совсем хорошо, потому что нам за 60 секунд нужно провести операцию. Операция на время, нафиг. Давай, быстро. 40 секунд. Я надеюсь, что я смогу. Сколько тут еще места, чтобы нам вот это все чудить? Куда мне нужно идти? Идем сюда. Офигеть, тут еще одна комната, да вы издеваетесь, да у меня времени столько нету. Вот, вижу, у меня времени столько нету, у меня 30 секунд, чтобы завершить вот эту операцию. Что нам еще нужно, Тут какой-то паркур нафиг или что это такое? Ломаем бактерии, бактерии ломаем, и сейчас прыгаем вот сюда, еще одна бактерия, замечательно. А больше я, в принципе, тут ничего не вижу, и это желудок у нас. Да, я справился, ребята, мы справились, ребята, отличная работа. Вы сделали это, ребят, мы прям отличные хирурги, мы уже провели вторую операцию, она была успешной. Хорошая работа, мы можем приступать к следующей операции. Да, ребята, третий уровень. Идем сюда. Ну, второй уровень, первый уровень был туториалом, поэтому он не считается. Так, Poison Liver, то есть зараженный какой-то отравленный чувачок. Это случайно не суп... Смотрите, ребята, у него логотип Супермен, у него труселя, у него носочки такие красивые, у него реально костюм Да, это Супермен, Криптонит тебе врыло, да ты, как ты, это, наверное, против сражения с Бэтменом ты так пострадал. Наверное, оно так и есть, потому что, чтобы Супермен пришел к нам на операцию, мне жалко тебе то, что ты к нам попал, Супермен. Идем сюда и идем сюда, замечательно, да. Ну что, идем мы в твои кишки, Супермен, посмотрим, что у тебя там творится. И да, нам сюда нужно, опа, 80 секунд, 80 секунд, да, время растет, но это не значит то, что у нас больше времени, это значит то, что у нас больше вещей, которые нам нужно сделать, и то, что нам дали плюс 20 секунд, это ни о чем не говорит, это что за хрень, это, как я понял, это лава, мать твою, лава, ребята, вы знаете, кто это мать твою лава, я не знаю, что, но это мать твою лава, офигеть. Круто, эта карта еще значит не только... нужно... Сейчас, это не нужно ломать, да.
Да, не только нафиг выполнять вот эту хирургию, а нам еще нужно тут и паркурить, и прыгать, и через лаву прыгать, и пытаться не умереть! Твою мать, а как я умер? А, ну хорошо то, что я вообще тут появился, мне в принципе сюда и нужно было. Замечательно. Так, ломаем бактерию. Бактерия, иди сюда. Так, что нам еще нужно? Нам сюда нужно. Я надеюсь, да, тут есть какой-то проход. У нас 20 секунд, 20 секунд. Если округлить, то в принципе 30, но все же. Охренеть. Охренеть. Идите вы в жопу со своим паркуром. Я такой любитель паркура, как не знаю что. Ребята, вы знаете, что паркурщик с меня как с галустяна космонавт. Но все же, твою мать, 10 секунд. Чапуча-пуча, да как мне туда допрыгнуть? Ладно, профукали мы уже этот раунд, ребята. Супермен, прости нас, мы тебя подвели. Крипто, дай тебе в супчик. Ладно, еще одна попыточка у нас будет. Прости нас, прости нас. У нас есть еще, да. Ах, ты же охренеть, мне опять вот это все проходить сейчас, ага. Ломаю я бактерию и надеюсь, тут больше ничего нету, поэтому я быстренько падаю сюда вниз, чтобы появиться вот тут. Сейчас мы бежим, ребята, вот сюда, быстренько, где тут еще бактерии, вот бактерии. Офигеть, как мне вообще туда забраться, если честно, даже не понял. То есть я вроде прыгал правильно, но почему-то не мог допрыгнуть. Вот сюда, в принципе, очень просто допрыгнуть, сюда тоже очень просто допрыгнуть. А куда сейчас? Я туда не могу допрыгнуть, а? О, как ты допрыгнул, сейчас сюда замечательно допрыгнул, чтобы не терять ни свое, ни ваше время. Да, ребята, я допрыгнул, я прошел замечательно этот уровень. И сейчас мы поместим сюда, сюда и сюда. Замечательно, дабы не терять ни ваше, ни свое время. Я сразу же туда, в принципе, с первой же попытки запрыгнул, после того, как нажал на паузу. Но ничего страшного, ребята, пускай оно так и будет. Опа, а я знаю, кто это. Ребята, я знаю, кто это такой, это английский ютубер. Знаете, кто это, ребята? Если вы догадались, кто это такой, я уже заметил это по очкам. Напишите в комментарии вашу догадку, да, или ваши догадки, потому что вы можете предполагать сразу несколько человек. Но все же я знаю, кто это такой, ребята. Если вы догадались, то пишите. Да, 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 и в принципе я что-то еще пропустил. Может, у тебя пяточка поранена? Ага. Нет, вроде. А что я пропустил? Мне еще нужно использовать один раз вот этот медицинский препарат. Но я не вижу, где нам его использовать. О, вот. Синяк под глазом. Замечательно. Сейчас мы опять будем идти в твое. Ну, да, в тебя. Мы в тебя будем идти. Как, ну, да. Как-то это не очень прозвучало. И даже немного двухсмысленно. 100 секунд. У меня есть 100 секунд, ребята. Опа, нафиг, лава, мать твою и лаву, ну зачем вы сюда добавили лаву, я не представляю, зачем тут вообще лава, это же хирургия, зачем мы тут будем, не знаю, паркур какой-то выполнять. Так, сейчас, тут у нас ничего нету, тут у нас, в принципе, тоже ничего нету, как я понял. Сейчас, ах ты ж ни хрена себе, зашибись просто. Зашибись просто, я уже начинаю ненавидеть эту карту. Пожалуйста, ну зачем, автор, я тебя хочу спросить, зачем ты сделал паркур в этой карте? Зачем ты сделал паркур в этой карте? Пожалуйста, ответь мне. Пожалуйста, я тебя только за это уже ненавижу. Прости меня, но я ненавижу паркур, поэтому я ненавижу всех, кто его делает. Так, идем сюда, тут никого. Там, в принципе, я вряд ли смогу как-то пройти, поэтому нам нужно 100% двигаться сюда. Так, сейчас, вот сюда. У нас есть тут что-то? Есть, я вижу то, что есть там что-то. Это нам нужно сломать. Замечательно. Сейчас, ребята... Ай! 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 Опа! Замечательно, добрались, и я вижу то, что нам нужно забрать, пожалуйста, не упади в лаву. Я тебя прошу, пожалуйста. Да, все, так, тут у нас ничего нету. Легкие. Я что-то пропустил, твою мать! Что я, мать твою, пропустил? Охренеть, я дошел до конца уровня, я что-то пропустил. Что я пропустил, нафиг? Что? Так, пожалуйста, скажи. Ах, ты ж ёшкина матрешка, да ты издеваешься, а? А, наверное, вот это я пропустил. Да, это было вот тут на самом начале. Я даже это не заметил. Твою мать! Дай мне перепрыгнуть, я тебя умоляю. Вот, еще сюда, пожалуйста. Пожалуйста, дальше! Времени у меня вообще нету, поэтому мне нужно очень спешить. Да ты издеваешься нахрен, а? Создатель, пожалуйста, у меня 50 секунд. Вряд ли я что-то успею сделать за эти 50 секунд. Ну, я тебя прошу. Вот, пожалуйста. Опа,
зашибись просто. Так, идем сюда, быстренько ломаем, 40 секунд. Я прям, если успею это все сделать, я реально буду суперменом. Я заберу силу супермена себе. Опа, замечательно, что у нас тут есть? Что у нас тут есть? Я надеюсь, что я все выполню, пожалуйста. 9, да, и сейчас не умирай. Не умирай, не умирай, не умирай. Так, ничего, ничего, я надеюсь, что ничего. Утя-путя, идем сюда. Да! Прошел. Офигеть. 1, 2, 3, 4. И также это легкие, да? Офигеть, какие тут крутые блоки. Текстурпак уже встроен в саму карту, поэтому это реально очень даже круто сделано. Да, ребята, мы выполнили очередной уровень. И мне, если интересно, если мне реально будет интересно проходить эту карту, то я хочу знать, сколько тут есть уровней. Это 4-й уровень, и в принципе, если тут будет еще хотя бы 5 или больше уровней, то, ребята, знаете что? То мы, в принципе, даже будем продолжать проходить эту карту, потому что у нас еще будет несколько заданий. Как видите, чем дальше, тем они интереснее и сложнее. Почему я взлетаю, ребята? Вы уже, наверное, догадались, почему я взлетаю. Потому что сейчас мы будем заканчивать прохождение этой карты в этой серии. Я рад, если она вам понравилась. 2500 лайков, сразу выходит новая серия. Вы можете это проверить. Ребята, сегодня у нас пятница. И завтра у нас выходные. Ну, смотря, когда вы смотрите это видео. Но все же, ребята, я даю слово. Набираем сегодня 2500 лайков. Сегодня же вечером выходит следующая часть продолжения прохождения этой карты. Вы можете меня проверить. И я вам, ребята, честное слово говорю. Также не забываем подписываться на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг. Поэтому, ребята, все, что вам нужно, это потратить 2 секунды на меня. Это совсем немного. Но за это я вам выпущу новое видео как можно быстрее. Только за 2 секунды, которые вы на меня потратите. Ребята, не ленитесь, я вас действительно очень сильно прошу. Также, спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Всегда приходите на мой канал, а точнее каждый день, потому что видео выходят каждый день. Я всегда буду рад вас видеть на просмотре очередного видео. Ребята, еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.